От Берестя до Бреста – это большая выставка работ учащихся и выпускников детской школы изобразительных искусств имени Александра Алонцева к тысячелетию. 95 рисунков. В них все – исторические постройки, современная архитектура, традиции и культура, прошлое и настоящее. Рисунки с натуры, по памяти, по наблюдению, по представлению, выполненные в разных жанрах и техниках – графика, гуашь, акварель, карандаш, живопись, тушь, перо, ткачество. Мы должны знать свою историю – это раз. Мы должны восхищаться своим городом – это два. Мы должны ценить – это три. Ну и все это мы пытаемся у детей развивать. То есть мы им объясняем, что это надо делать, что мы не можем восхищаться чем-то другим и не восхищаться своим. Бересте, Брест-Литовск, Брест над Бугом, Брест. За свою тысячелетнюю историю он менял название 4 раза. Изображенные на полотнах перекрестки дорог, словно развилки эпох. В своих работах молодые художники показали, каким они видят Брест средневековый в период Великого княжества Литовского и Брест нынешний. Глубоко проникнув в летопись города, они проникли и в сердца зрителей. Побывав на выставке, убеждаешься, растет достойная смена мэтров искусства. Надо стараться, я думаю, прежде всего прикладывать к этому больше всего усилий. Ну вот. И как бы не лениться. Вот. Самое главное, потому что сейчас это очень большая проблема. Смотря на рисунки, понимаешь, сколько красоты и любви к городу, жителям, истории и жизни в душе у каждого молодого художника. Свои чувства и эмоции они изобразили на полотнах.